нежные, сдобные булочки благодаря творогу получаются очень вкусными и воздушными, прекрасный вариант выпечки к чаю или кофе. По этому рецепту можно приготовить сразу два вида булочек, сладкие и закусочные. Приготовьте опару из теплого молока, дрожжей, сахара и муки, взбейте сливочное масло с яйцами, добавьте творог, сахар или специи, опару и муку, замесите тесто, дайте ему подняться, затем сформируйте булочки, смажьте их яйцом, посыпьте кунжутом и выпекайте в течение 30 минут. Приятного аппетита! В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Смешайте теплое молоко, дрожжи, сахар и 2 ложки муки. Дайте опаре постоять 20 минут в теплом месте. Сливочное масло взбейте с яйцами, добавьте творог. Хорошо перемешайте, добавьте либо сахар по вкусу, либо специи. В зависимости от того, какие булочки вы хотите получить, можно приготовить сладкие, а можно пикантные. Определившись, добавьте опару и муку и замесите тесто. Дайте ему хорошо подняться. Разделите тесто на части, сформируйте булочки, смажьте их яйцом, посыпьте кунжутом и выпекайте в духовке в течение получаса при 180 градусах. Готовые булочки отлично смотрятся на столе как в горячем виде, так и уже остывшие. Вкуснее тем, кто подпишется. Подписка на канал – гарантия свежих вкусных рецептов. Продукты и их количество – далее. Мука – 450 грамм. Творог – 200 грамм. Сливочное масло – 60 грамм. Дрожжи – 7 грамм. Сахар – 1 чайная ложка в опару. Яйца – 3 штуки, 2 в тесто, 1 для смазки. Молоко – 75 миллилитров. Соль, специи, сахар – по вкусу, кунжут, по вкусу, количество порций, 5. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. До свидания, друзья!